Всем привет! Сегодня начался день с того, что мы отвозим... Во-первых, сегодня выходной в Испании, я рассказывал об этом как-то. Вот, и мы отвезли Виолетту к знакомой, ну, там, в общем, к ее подружке, вот, в гости отвезли. И сейчас мы со Светой едем на съемку, будем снимать контент для Инстаграма, для ТикТока, для Ютуба, в общем... Будем полдня сегодня на съемках. Сейчас покажу, что мы будем делать. С самого утра завтрак выглядит вот так. Я вчера после вчерашней съемки, точнее, сегодня мне вообще не хотелось вставать. Что-то я устал. Вот. И решил, что пропущу завтрак. Но когда проснулся, понял, что есть-то я все равно хочу. В итоге... Нашел вот такие штучки. Да, да, прикольно. Вот это тоже, типа, тоже можно с этим связать, что это такая тема, что угодно туда подставить. Типа, моя психика. Чипо, эль де лече арена, арена, без кофеина. Окей, нормаль. В конце у тебя будет контент на эту тему, где постепенно нужно просто разбить задачи и сделать, что... Все, хватит, это уже много. Вторая часть, когда... У меня есть ассе? Понятно, твой район или... А теперь ты что делаешь? Я закопываю такая... Итак, отсняли мы первую часть. Сейчас движемся. Сейчас заберу штатив свой. И пойдем снимать уже домой. Следующую часть контента. Как всегда, ты вот идешь, все тащишься на себе. А они стоят, просто разговаривают. Ладно, не они, Света одна. Фотографа сделали. Не будет видно, кто сидит или ну все, играет или это музыка? Нет, какой-то диджей. Тебе устраивает? Вообще. А там у вас камера не рушилась. Давай, она прям выйдет, закроет. Все. Нормально? Все, да, типа. Вот, да, да, отлично. Это прям оно. Прям просто сидела. И камера от них здесь нужно сделать динамичные эти кадры. Ну, камера будет отъезжать назад. Уже. Так, значит, поработали мы, теперь можно и покушать. Позавтракать, скажем так, в час дня. Позавтракать, да, позавтракать. Сейчас мы заказали два сэндвича с курицей. Сказали, они очень большие. Так, значит, заказали мы сэндвич с пойо. Пойо – это курица. Сейчас будет Света пробовать. Вкусно? Тогда я тоже пойду руки помою. Все, я снимаю. Да, есть? Да. Вкусно? Угу. Такой прям прожаренный, свежий. Да, я такой люблю, знаешь, гриль пахнет. Да?
классно работать в таком райончике, где прям вот прям море, вот оно. Люди даже купаются там еще, хотя еще холодно. Света говорит, еще лучше жить в таком райончике, но мне кажется, тут ничего хорошего нету. Весной ветра очень сильные с моря. А зимой холодно, влажно. Я думаю, что тут не очень хорошо будет. Можно иметь такого... Да, такой... Приезжать. Чисто, да, на лето. На пару дней да, приехал. Да, приехал. Да. Мне кажется, вообще люди, которые живут с видом на море, это люди, которые... Ну, что-то сделали в своей прошлой жизни такое очень, что-то очень хорошее, что их вот так вот судьба наградила, и они каждое утро просыпаются, у них море да? перед глазами. Да, мне кажется, да. Ну да, это примерно так же, как люди, которые они живут. Они сделали что-то плохое, наверное, если что мы просыпаемся, а у нас перед глазами какая-то трущоба. Ну ладно, уж прям такие трущобы. Так, значит... Расскажу в трех словах, что мы, собственно говоря, делаем. Мы снимаем контент. А я, кажется, говорил. В общем, мы снимаем контент для ТикТока, для Инстаграма, для Ютуба. Вот, сегодня мы успели снять только для Инстаграма, рилсы мы снимали. Вот, в четверг мы еще продолжим снимать. И на следующей неделе мы должны снимать для Ютуба ролики. Вот. Сложность заключается в том, что у нас мало времени, потому что, скажем так, у нашего клиента ребенок маленький, и у нас есть определенный какой-то промежуток времени, в котором мы можем работать. Вот, поэтому мы ограничены во времени. Вот, это немножко, скажем так, усложняет задачу. Вот, но со всем справляемся, все хорошо, и контент будет хорош. Вот. Что еще? Сейчас мы Виолетту забираем с гостей, скажем так, и едем домой, потому что у нее английский. Она уже еще точнее изучает английский язык у нас. Вот. Вообще она сказала, что еще хочет китайский учить. И у нее, ну это возможно у всех детей так, но у нее вот вроде все ее преподаватели по испанскому, по английскому говорят, что она очень быстро все схватывает, очень быстро запоминает какие-то выражения, фразы там, то есть все это у нее прям очень хорошо, вот, и мне кажется, мне это классно, когда ты можешь разговаривать на нескольких языках свободно. Потому что на испанском ей уже даже говорят местные, что типа, если бы не знали, что она не испанка, то не подумали бы по ее разговору, что она не испанка. То есть там типа уже акцент, и все у нее местного производства, скажем так. Вот, сейчас с английским будем, и все-таки она хочет китайский. Если она еще эти три языка на этих будет знать, четыре точнее она знает языка, да, русский, английский, будет знать испанский, китайский, то, мне кажется, в любой точке мира ты сможешь с людьми... о чем-то изъясниться, поболтать и в общем, какой-то общий язык найти. Как-то я в ТикТоке или в этом, ну, где-то, короче, видел эти нарезки, как ребята какие-то, значит, проводят, типа, на улице, короче, не общаются с людьми, спрашивают, типа, скажи на каком-нибудь языке какую-то фразу, типа, если этот язык мы не знаем, вот, то мы, собственно говоря, ну, там, заплатим тебе, там, $100, грубо говоря. И там два парня, которые, ну, говоря, так понял, у них очень много, вообще, они очень много языков знают, и там люди пытаются их, там, как-то проверить, там, ну, то есть кто-то говорит, там, на итальянском, например, там, да, на каком-то там еще языке, и по факту они знают все языки, и никто, ну, никто не выигрывает. И так прикольно, что столько языков они знают, там, арабские, какие-то там, не знаю, сербские, там, то есть такую разную, вообще, разные языковые какие-то группы, вот, и ты думаешь, ну, то есть насколько у тебя должен быть мозг подготовленный к тому, чтобы столько языков воспринимать, потому что одно дело еще просто какие-то фразочки заучить, да, и там, ну, какой-то базовый там разговор можно поддержать, но другое дело еще нужно же мыслить на этом языке, потому что построение предложений они тоже отличаются. У нас, например, Виолетта, когда начала ходить в школу испанскую, она стала потом со школы мы забираем ее, и она какое-то время не могла перестроиться на русский язык обратно, потому что мы дома разговариваем на русском, а в школе она разговаривает на испанском. Вот, и у нее потом был момент, когда она предложение на русском строила по испанский манер. То есть она говорит по-русски, но
это звучит, конечно, по-русски, ну, неправильно, да, то есть с точки зрения, мы понимаем, но это, ну, скажем так, коряво это звучит. Вот, и мы ее поправляем, но, с другой стороны, то есть ты уже понимаешь, что ребенок уже мыслит на другом языке, то есть он уже строит предложение. И это, блин, как бы такая вещь, которая вот какой мне хочется мне добиться. И чтобы ты уже мыслил, потому что вся сейчас моя сложность в языке, который у меня есть, сталкивается, то, что я какое-то предложение строю по-русски, но оно неправильное. То есть по-испански они, может быть, тебя, конечно, поймут, но это будет, ну, неправильно. Вот. Поэтому, конечно, такой момент хочется именно мыслить, чтобы ты по-испански, ну, на каком-то языке, на котором ты общаешься, чтобы у тебя предложения строились в голове. Вот, я уже думал, может быть, как надо заучивать на русском неправильно, чтобы ты потом на испанский ты мог просто переводить эти постоянные предложения, слова в предложении, и у тебя строилось предложение. Такие вот мысли, пока жду девчонок. Привет. Привет. Что какая-то взъерошенная. Не снимать тебя? Хорошо, не. Смотри, какой же это.